Перепись населения переведут на 2023 год. Причиной всему коронавирус. Столь важное действие откладывается аж на год. Предстоящая перепись должна была стать первой в независимом Узбекистане. Однако законом предусмотрено, что перепись населения проводится каждые 10 лет. Напомним, что все это является единым процессом сбора, обобщения, анализа и публикации демографических, экономических и социальных данных населения, относящихся по состоянию на определенное время ко всем лицам в стране или четко ограниченные ее части.